Вслед за проблемами, связанными с организацией игры, судейскими ошибками, травмами и дисквалификациями ведущих футболистов, на Ротор обрушилась еще одна напасть – фатальное невезение. Последние 15 минут матча волгоградцев с аутсайдером первенства, в котором хозяева обязаны были выигрывать, тому подтверждение. Итак, гости Черноморского побережья, усиленные новичками Деменко и Коваленко, отчетную встречу начали довольно пассивно, чего не скажешь о хозяевах. Момента с участием Тищенко, Абрамова и Веретенникова временами наводили на мысль о неизбежном поражении «Жемчужины» и начале выхода Ротора из затянувшегося кризиса. Однако минуты шли, а вместе с ними таяла надежда. Мало того, с началом второго тайма сочинцы осмелели, и уже обороне Ротора пришлось трудиться, дабы комбинации с участием Кантонистова и Коваленко не оказались голевыми. У Ротора, если не считать суперпрохода Бородина на 51-й минуте, командная игра начала получаться лишь с выходом на поле Кривого. Именно молодой плеймейкер хозяев положил начало драматичной 12-минутке, о которой было сказано выше. Вначале защитники не по правилам остановили проход 14-го номера хозяев, и арбитр встречи без раздумий назначил пенальти. К мячу подошел Веретенников. И первый повторный удар получились у Олега мощными, однако сочинский голкипер Ледовских вышел победителем и из этой дуэли. Ротор недолго приходил в себя, очень скоро, подбадриваемый трибунами, бросился восстанавливать справедливость. Но все тщетно. 2 100% момента упустил на последних минутах Абрамов, невольно поставив еще одну запятую без выигрышной серии команды.